6 мусоросортировочных станций планируют открыть в области. Появятся они в Нолинском, Вязкополянском, Зуевском, Кикнурском, Шабалинском и Слободском районах. Об этом сообщили в правительстве области. Кроме того, в период с 19 по 29 год на территории региона планируется создать 2 мусоросортировочных завода, 14 мусороперегрузочных станций, а также объекты захоронения ТКО. В Министерстве энергетики и ЖКХ уже нашли подрядчика, который разработает проектную документацию по созданию 6 объектов обработки ТКО. Готовые проекты он должен предоставить до 30 сентября этого года. А с 20-го начнется строительство мусоросортировочных станций в районах области.